Сочинский госуниверситет образован в 1989 году. За 25 лет подготовлено около 30 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые востребованы на рынке труда не только Сочи, но и в других регионах России и даже за рубежом. Мы переросли рамки нашего города. К нам в этом году приехали поступать ребята из 52 регионов России. Мы активно развиваем наши отношения со многими зарубежными странами. Поэтому ВУЗ уверенно движется вперед, и мы надеемся, что мы сможем сделать еще много хорошего для нашего города и для нашей страны. Сейчас в составе университета 5 факультетов – туризма, сервиса и спорта, инженерно-экологической, экономики и процессов управления, юридический, социально-педагогический, а также университетский экономико-технологический колледж и центр дополнительного профессионального образования. Сегодня в ВУЗе обучается свыше 10 тысяч студентов, огромный профессорско-преподавательский состав – около 1000 человек. Такая армия педагогов и студентов была задействована в подготовке и проведении зимних игр в Сочи. Кроме того, студенты СГУ являлись волонтерами летних Олимпийских игр в Лондоне и Всемирной универсиады в Казани. Для города Сочи это главный вуз. Мы наши главные задачи всегда решаем вместе с этим вузом. В том числе вот наша успешно проведенная Олимпиада – это тоже огромная заслуга Сочинского университета, профессорско-преподавательского состава и, конечно, студентов. Потому что именно волонтеры Сочинского государственного университета были всегда на передовой. Сегодня университет имеет 5 филиалов по стране. Большинство из них в Краснодарском крае. 12 тысяч студентов – это немало. Отличный профессорско-преподавательский состав. Я хочу им пожелать успехов, так держать, только вперед, только развиваться, потому что и научными разработками, которые занимается университет, пользуется и муниципальное образование города Сочи, как администрация, так и городское собрание. Университет сотрудничает с десятками вузов из 24 стран мира. Среди выпускников вуза выдающиеся спортсмены. Неоднократный чемпион и призер Олимпийских игр воевода, тренер сборной России по вольной борьбе Магомедов, представитель сборной России по парусному спорту Полищук, по фристайлу Гриднева, по карате Денисенко. Среди приоритетных направлений университета – дальнейшее развитие науки, повышение качества образовательных услуг и создание единого университетского комплекса, а главное – воспитание в своих студентах любви к родному городу. Ведь именно на его благо и стараются работать тысячи бывших выпускников вуза. А нынешние студенты любят не только Сочи, но и Альма-Матер, в чем на этой неделе громогласно и довольно необычно признались. Почти 200 учащихся взялись за руки и обняли корпус университета на Пластунской, не забыв выразить свои теплые чувства. Ольга Десятова, Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.